Привет всем! Сегодня я изобрела такую конструкцию для себя, потому что у меня котята, и они меня уже замучили. Они мою араукарию переворачивали в третий раз. Есть один котенок, который становится на стульчик, поднимается передними лапками сюда и, короче, либо играется с горшком, либо запрыгивает на подоконник, то есть он смотрит, как делает мама, и повторяет за ним, запрыгивает на подоконник. Старшим котам можно тут ходить, они ходят очень аккуратно. У меня стоят растения в два ряда, и они очень ходят аккуратно, как по струночке, ничего никогда не перекидывают. Так вот, мне надоело это дело, я подсыпала в горшок опять земли, и придумала вот такой вот вариант. Это обычная москитная сетка. Я прорезала отверстие и сделала христообразный вырез тут для растения. И проделала отверстие вот такое вот, чтобы одеть на горшочек. И там, вы видели, я зафиксировала резиночкой, лишнее обрезала. И вот такой вот вариант. Если горшок упадет, часть земли останется не рассыпанной. Тут вот через дырочку может высыпаться, но это незначительно. Горшок дышит, потому что очень много отверстий. Не боится влаги. Вот такая москитная сетка. Вот такой способ я изобрела от моих любопытных котят. Так что они больше не смогут навредить араукарии. Почему-то именно всегда падает она. Не знаю почему, то ли совпадение, то ли она действительно им чем-то так нравится. Вот. Так что вот такие дела. Ну, при желании эту дырочку тоже можно как-то проволочкой скрепить, чтобы ничего не вываливалось и не было более аккуратное. Есть специальные проволоки, допустим, кто занимается бисером, тоненькие-тоненькие. Вот. Так что вот такие вот дела. Пересадила розочку. Оставила 3 кустика. Четвертая поедет на дачу. Спасибо за внимание. С вами была Ирина. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. Всем пока-пока!